кто здесь? Кто же еще, как не я? Что? Что-то не так? Фриск! Выглядишь как-то надломленно. Где я вообще? Постойте-ка, эти цветы. Почему я снова здесь? Фриск, дорогая. Это же... Это голос мамы! Мама! Мама! Не бойся, мое дитя, я здесь. Я так рада видеть. Фриск, дорогая. В чем дело? Мое дитя. Фриск, ты в порядке? Фриск, что случилось? Дитя мое, что произошло? Я... Это всего лишь сон. Все хорошо, мам. Фриск, это совсем нехорошо. Тебя же трясет. Неужели тот самый сон приснился снова? Мам... Я не... Я просто испугалась. Ох, бедное дитя. Фриск, пожалуйста, позволь помочь тебе. Я хочу защитить тебя от кошмаров. Мам, я... Так что, пожалуйста, посмотри на меня. Позволь помочь, дитя. Пожалуйста, расскажи, что это был за сон. Да, расскажи, что это был за сон. Ох, прости, мам, я не могу. Я понимаю, дитя, должно быть об этом тяжело говорить. Ох, как бы я хотела защитить тебя от всего этого. Мам, прости, дело не в... Это не твоя вина, Тори. Бывают такие сны, о которых просто так не расскажешь, верно, мелкая? Тебе не обязательно говорить об этом, но, может быть, если мы просто побудем рядом, тебе станет лучше. Что думаешь? Ну раз так, лучше подвинься, мелкая. Я пойду сделаю чаю. Дам вам двоим немного времени. Эй, слушай, твоя кровать какая-то костлявая. Ну, похоже, что ты не шутишь. Да брось, ты улыбаешься. Ладно, это была подколкость. Хм, неплохо, малая. Мне жаль, что я заставляю вас обоих чересчур обо мне волноваться. Да брось, Фриск, не извиняйся. Всем иногда снятся кошмары. С этим ничего не поделаешь. Да, я знаю. Просто у тебя и мамы без меня достаточно хлопот. А я не хочу быть для вас лишней проблемой. Ну, с этим тоже ничего не поделаешь. В семьях принято заботиться друг о друге, знаешь ли. Я правда хотела рассказать маме о сне. Но когда я попыталась... то увидела лицо Чары поверх ее лица. И теперь я обидела маму. Эти сны, с каждым разом они все хуже и хуже. Я боюсь. Санс, я боюсь, что она придет за мной. О чем ты, малая? Мне кажется, что Чара понемногу овладевает мной. Сны, галлюцинации, провалы. Они становятся все ужаснее и дольше. С каждым разом мне кажется, что она подбирается все ближе ко мне. Мне страшно. Я не хочу никому навредить. Я не хочу еще одного сброса. Ведь все вокруг счастливы. Я боюсь, что она заставит меня сделать что-то, о чем я буду жалеть. Фриск, я... Я не допущу этого. Если что-нибудь пойдет не так, можешь не сомневаться, я буду рядом. Чара не доберется до тебя или до семьи, ведь мы сможем присмотреть друг за другом. А если она все-таки рискнет попробовать, ну тогда мы спустим на нее Андайн. Нет, Фриск, правда, я буду рядом, ведь иначе твоя мама мне голову оторвет. Санс. Все хорошо, малая, можешь поплакать, я никому не скажу. Пожалуйста, не уходи, Санс.
Я буду здесь, пока ты этого хочешь, Фриск. Ладно? Ты в безопасности, Фриск. Почему? Почему мне кажется, что за нами следят? Я никому не позволю забрать тебя. Мне показалось, или... Ты... Человек, великого папайруса оповестили, что у тебя снова был кошмар. Ты в порядке? Папс. И да, Санс, ты забыл, о чем я тебе говорил? Включай свет. Такими темпами ты испортишь глаза себе и человеку. Ты как всегда прав, бро. Санс, что происходит? Мне показалось, что ты напряжен. Ничего, бро, не волнуйся насчет этого. Ты уверен? Похоже, твой глаз светился. Расслабься, бро, все в порядке. Итак, бро, как прошел ужин? Превосходно! Метатон, несомненно, прекрасный хозяин, и его кулинарные способности великолепны. Впрочем, его еда не сравнится со спагетти от шеф-повара Папайруса. Вечер, тем не менее, все равно удался. Хм, похоже, ты неплохо повеселился. Это был, без сомнения, незабываемый вечер, который мы хотим сделать еще лучше. Но что гораздо важнее, как там Фриск? Успокоилась. Думаю, кошмар был довольно страшным. Бедное дитя. Должно быть, здесь не обойтись без объятий от дядюшки Папайруса. Вне всякого сомнения, это осчастливит ее. Думаю, тут ты не ошибся, бро. Твои объятия могут исправить что угодно. Что скажешь, малая? Я так и думал. Вот видишь, обнимашки от великого Папайруса еще и не на такое способны. Все, что тебе нужно сделать, только попросить меня. Кстати, хочешь, я завтра тебе на ужин приготовлю спагетти? Было бы очень здорово. Санс, Папайрус, спасибо вам. В любое время, мелкая. Мы всегда к твоим услугам. Забыла? Мы всегда будем присматривать своими глазницами друг за другом. Санс, отойдем поговорить на минутку. Извини, мелкая. Мне нужно ненадолго пойти поговорить с твоей мамой. Я быстро, ладно? Ничего страшного, Санс. Фриск и я продолжим обнимашки без тебя. В конце концов, кто откажется от обнимашек с великим Папайрусом? Папайрус будет рядом, мелкая. Я скоро вернусь. Санс, я сильно волнуюсь за Фриск. Почему, Тори? Я знаю, ты не можешь со мной обсуждать то, что она тебе сказала. Я понимаю это, но я ничего не могу поделать с тем, что с ней происходит что-то странное. Ее кошмары становятся все ужаснее. Она стала все чаще терять сознание. Я просто не знаю, что делать. Если ты можешь как-то помочь ей справиться с этим, пожалуйста, сделай это. Я лишь хочу для нее всего самого лучшего. Тори, послушай. Я знаю, ты волнуешься за нее, но не сомневайся, я докопаюсь до причины этих кошмаров. Если они не прекратятся, я свожу ее к Альфис. Может, она сможет помочь. Пожалуйста, не дави на себя. Я разберусь со всем этим. Спасибо, Санс. Я люблю тебя. Я тоже, Тори. Извините, что помешал. Эй, папс, что случилось? Ну, тут Фриск что-то хочет спросить у тебя. Давай, Фриск. Санс, не мог бы ты остаться со мной на ночь? Фриск? Конечно, малыш, как хочешь. Спасибо, Санс. Хорошо, малыш, пора в кровать. Постой, Санс, мне нужно сделать кое-что. Спокойной ночи, мам! Я люблю тебя! Спокойной ночи, дитя! Спи крепко! Ну, раз уж все собрались спать, я тоже пойду! Спокойной ночи, Санс, Человек и Тори! Надеюсь, моя величественность не помешает вам заснуть! Спокойной ночи, бро! Спокойной ночи, Тори! До завтра! Спокойной ночи, Санс! Давай, малыш, идем! То неприятное чувство, будто мы не одни, пропало! Надеюсь, так и дальше будет. Интересно, что это вообще было? Ложись в кровать, малыш. Хе-хе-хе. Опаньки. Лучше смотри внимательнее, куда садишься, малыш. Когда ты только успел? Эй, Санс. Да, малыш. Чего? Спасибо за все это. Ты самый лучший. Ох, малыш.
Чего? Ты мне слишком льстишь, Фриск. Не очень красиво с твоей стороны, ты в курсе? Ты же не хочешь плохо провести время? Спокойной ночи, Фриск. Выспись хорошенько, ладно? Я буду здесь, если понадоблюсь. Спокойной ночи, Санс. И спасибо тебе. Ладно, куда меня занесло в этот раз? Дверь? Интересно, куда она ведет? Наверное, стоит попытаться пройти через нее. Ну же, давай! Открыла! Стоп! Это же старый дом Санса и дяди Папайруса! Почему я именно здесь? Человек! Дядя Папайрус? О, ты как раз вовремя, человек! Я приготовил для тебя чудесное лакомство! Вот, держи, человек! Миска от шеф-повара Папайруса! Этим рецептом пользовались еще мои великие предки много-много лет назад! Спасибо, Папайрус! Что? Что он тут делает? Что происходит? Папайрус, почему тут лежит? Видела бы ты свое лицо! Кто бы мог подумать, что подорвать твое здравомыслие будет так просто! Достаточно лишь замаскироваться под одного из твоих друзей. Впрочем, от тебя можно было этого ожидать. В чем дело, Фриз? Нет, он бы так ни за что не сказал, верно? Ты, наверное, думала, что он скажет что-то вроде «Я верю в тебя, человек!» Правда, Фриз? Ну как можно тебе верить после того, как ты всех достала в прошлых временных линиях? Снова, снова и снова! Зачем ты делаешь это? Ох, Фриск! Ты уже знаешь! Почему я здесь? Разве нет? Чего тебе надо от меня, Чара? Пора бы тебе уже понять, Фриск, что мне нужна твоя душа! Фриск, все хорошо, ты не одна! Я здесь, дружище! Я смогу защитить тебя! Так что, просто проснись, ладно, дружище? Это не ты! Это не ты сделала это! Я знаю, тебе страшно, но я здесь! Скоро все пройдет! Тебе только надо проснуться! Борись, Фриск! Ты намного сильнее, чем думаешь! Так что, пожалуйста, проснись, Фриск! Пожалуйста! Отпусти меня! Ты больше не будешь контролировать меня! Что это за облако? Дышать стало труднее. Остановись! Я же задохнусь! Разве ты не поняла, Фриск? Санс! Фриск! Ну и напугала ты меня, малыш. Вот уж не думал, что ты... Теперь я тут командую. Ты! Это единственный способ обездвижить тебя, Фриск. Я знаю, что это не ты. Давай, проснись, Фриск. Чара, остановись. Пока рано, Фриск. Я с вами двумя еще не закончила. Давай-ка попробуем еще кое-что. Посмотрим, что ты думаешь насчет вот этого, Санс. Что? Это что еще за магия? Какая-то галлюцинация? О, вот такие моменты я жалею, что моя задница не такая упругая. Итак, куда меня занесло? И? Чего она вот этим добилась? Вижу, ты приближаешься. Наверное, ты хочешь обнимашек, мой новый друг. Папайрус? Поразительно! Похоже, мои уроки уже работают! Я, великий Папайрус, встречу тебя с распростертыми объятиями! Нет! Ну, это не то, чего я ожидал. Тем не менее, я все еще верю в тебя. Ты можешь быть лучше, даже если сама так не думаешь. Я обещаю. Нет, только не снова. Я не могу потерять тебя еще раз. Не может быть, чтобы все это началось заново. Итак, Санс.
что насчет этого? Среди всех мест ты выбрала именно то, где убивала меня в прошлых временных линиях. Ну что, уделишь мне немного внимания? Хе, да, тебе это удалось на славу, малыш. Настало время слить тебя. Пришло время просыпаться, принц. Что? Что случилось? Что она сделала? А? Я весь во внимании, малыш. Санс? Пришло время гореть в аду. Санс, что ты делаешь? Эй, малыш, у меня к тебе вопрос. Зачем ты вернулась? Санс, я не... Тебе это правда нравится? Тебе нравится груз грехов за твоей душой? Санс! Санс, пожалуйста! Все в порядке. Мы живем в дружной семье уже очень долго. Я дала обещание, что больше никогда не буду делать сбросов. Никогда никому ни за что не наврежу снова. Я обещала, Санс! Пожалуйста! Пожалуйста, проснись! Что такое? Это что? Все, Санс? Это все? На что ты способен? Хе, ты всегда была маленьким, высокомерным отродьем. Давай-ка поставим тебя на место! Уже лучше, Санс. Посмотрим, насколько ты решителен. Пожалуйста, остановись! Санс, пожалуйста, остановись! Что я творю? Что это было? Что происходит? Господи, как же вовремя я понял, что к чему. Еще бы секунда и... Ну даже так, должно быть, я ужасно напугал ее. Фриз, я... Мне так жаль. Я не знаю, что на меня нашло. На секунды ты стала чарой, и все вокруг покрылось светом, и... Я не до конца понял, что вообще произошло. Но мне правда очень жаль, что я напугал тебя, Фриз. Что бы я тогда ни сделал или сказал, это не... Прости, Санс! Прости! Прости меня! Прости! Прости, пожалуйста! Фриз! Слушай, ты не сделала ничего плохого, ладно? Так что прекрати извиняться. Мы докопаемся до истины. Думаю, настало время навестить Альфис, чтобы проверить, сможет ли она помочь. Если кто и знает, что делать, так это она, верно? Я знаю, для тебя это все сложно. Черт, да это и меня порядком волнует. Но мне нужно, чтобы ты была храброй, и тогда мы вместе разберемся с этим. Постараешься ради меня? Вот та смелая Фриз, которую я знаю. Мы оба знаем, насколько ты сильная. Так ты мне поможешь, приятель? Хорошо, давай я помогу тебе встать. На? Упс, откуда подушки-пердушки только берутся? Здорово, что ты снова в порядке, малыш. Ладно, малыш, смех смехом, но нам пора идти. Я подожду, пока ты соберешься. Я буду за дверью. Ладно, все будет хорошо. Ты с этим разберешься. Приведу Фриз к Альфис, не сомневаюсь. Она выяснит, что происходит. Надеюсь, она сможет объяснить, с чем мы столкнулись. Так что расслабься. Все будет хорошо. Ого, быстро ты. Наверное. Но тебе не кажется, что сейчас слишком поздно, чтобы идти к Альфис? Не волнуйся. Она войдет в положение, когда мы ей все объясним. Ну как, готова идти? Конечно. Но они ведь живут довольно далеко. Как мы туда доберемся? Что значит, как мы туда доберемся? Коротким путем, конечно. Crocodile tears, so you got nowhere to flee. Now
Mm-hmm.